Ну, во-первых, рад приветствовать всех в штаб-квартире территории свободных мужчин. Первый раз, потому что то я заболел, то не получалось здесь собраться. Поэтому вот в таком формате первый раз. Киноклуб у нас уже был, поэтому то, что здесь будет, киноклуб, это все-таки, наверное, наиболее центральный момент. Я хотел бы, чтобы постепенно возник философский кружок. Но я это говорил когда в ролике, когда сюда приглашал. В принципе, я осенью еще тогда вот на шашлыки мы собирались, я осенью сказал, что хорошо бы сделать, ну тогда я это назвал богословский кружок, сейчас это все-таки больше философский. В чем идея? Просто чтобы понимали замысел, понравится, не понравится, все это будет формироваться. Это моя идея, как уже она у вас будет воспринята. В чем основная идея? Вообще, для чего сделана территория свободных мужчин? Почему не мужское движение? Оно существовало давно, и в принципе там были свои лидеры. Оно поднималось, заваливалось, люди ссорились, но все-таки мне даже не в этом показалось его недостаточность мужского движения. Не в том, что там периодически люди где-то раз в два года ругались попросту и дальше решили с той же общественной организацией. В том, что там все-таки довольно-таки однобоко. Там, да, правильные вещи, матриархат, положение мужчины, нарушение прав мужчины и так далее, но чего-то не хватало. То есть, понимаете, если вы видите человека, который говорит, у меня голова болит, а почему у тебя голова болит, а я вот головой каждый день об стенку бьюсь. Это ли причина? То есть причина головной боли, то, что он головой об стенку бьется, или все-таки причина в чем-то другом, в том, почему он бьется головой об стенку. Вот с матриархатом то же самое. Нарушаются права мужчины. А почему они нарушаются? Потому что матриархат. Но это не ответ. Это попытка, скажем так, следствие выдать за причину. Причина – это оскудение человека, измельчание человека и отсутствие творчества в первую очередь. И вот территория свободных мужчин – это территория творчества, я с самого начала это говорил. Территория творчества, и только через творчество человек может каким-то образом найти замену вот этой замороченности, допустим, даже на тех же отношениях, матриархальных или нематриархальных. Поэтому территория свободных мужчин – это часть мужского движения, но, как мне хотелось бы все-таки считать, и надеюсь, со временем это будет, это, скажем так, сливки, это элита мужского движения. И перед территорией свободных мужчин все-таки оказалась такая цель фундаментальная. С Михаилом Нестеровым мы ее обсуждали. Максимально объединить разные течения внутри мужского движения. Патриархалы, непатриархалы и так далее. То есть максимально все-таки единомышленников объединять, а не разъединять. И поэтому те вопросы, которые разъединяют, стараться обходить каким-то образом. Острые углы ради объединения обходить. Но, тем не менее, без каких-то тем, которые мы обходим, там, допустим, темы ну, политики не столько, религии, философии, религии даже в некоторой степени, в большей степени, вот без этих тем все-таки невозможно объяснить многие моменты, многие аспекты, почему вот так, а не иначе жизнь устроена. И поэтому вот этот клуб философский, я надеюсь, что это будут сливки на сливках, скажем так, на сливки уже территории свободных мужчин. Ну и опять же, переход количества в качество никто не, и обратно никто не отменял, поэтому я примерно такое количество и представлял этого клуба. То есть, во-первых, это не каждому будет интересно копаться глубже, значительно глубже копаться в причинах. Во-вторых, это все-таки, ну ладно, в принципе, на этом можно остановиться. То есть, именно копаться глубже, брать какие-то религиозные аспекты, философские и так далее, предлагать какие-то свои идеи по выходу из ситуации. Поэтому, да, примерно люди, которые могут уместиться за одним столом. Как представлял, так и получилось. Вот первый раз на 100% примерно все сработало, скажем так. Ну и все. Свою концепцию, как мне видится, почему там тот же матриархат существует, почему сейчас люди разъединены, я немножко уже после фильма тогда, как вот Сергей сказал, мини-лекцию. Это будет мой вид, мой взгляд, скажем так, на вещи. Уже дальше хотелось бы им общаться. Кстати говоря, вот это маленькое количество обеспечит общение. Все-таки встреча там на 20 и более человек, до 100, там пообщаться практически невозможно. Каждое слово сказал, все, время кончилось. И вот формат, кстати, штаб-квартиры тоже здесь со временем не так жестко, как, допустим, в аудитории. Ну и уже, да, тогда после фильма основной момент я скажу свое видение. И все. Ну а сейчас спасибо и давайте фильм смотреть.